А вот второй участок, который я поехал снимать, я вам сейчас покажу. Участок интересен тем, что я сам хотел этот участок приобрести. Понимаю, что вот этот вариант значительно лучше, потому что здесь почти гектар земли, здесь все классно, здесь прямо для меня прям на идеально. Доброе утро вам из Крыма, из туманного Крыма. Сейчас еще утро, поэтому туман рассеется, все будет хорошо, солнышко вон светит, уже слепит. Кто смотрит меня на ТикТоке, те знают. Ну, по крайней мере, до 24 марта, все, кто смотрит, то, что после 24 марта все мои ролики, что я выкладываю, России не видят, к сожалению, россияне, видят только за пределами. Вот. Но кто смотрит меня в ТикТоке, там ежедневно выходят ролики, ежедневно, в ежедневном формате. И там как раз с этой фразы начинаются все мои ролики. Доброе утро вам из Крыма! Друзья мои, всем зрителям Ютуба и Яндекс.Дзена, да, потому что теперь эти ролики я официально говорю, что я снимаю для зрителей и Дзена, и Ютуба. Друзья мои, сегодня я вам хотел кратенько рассказать последние новости из жизни меня, моей семьи, Крыма, ну и так далее. Буквально минут 30 назад, сегодня у нас 16 апреля 2022 года, и буквально минут 30 назад моя жена Наиля села в машину, повернула ключ. Не, вот тут ключ поворачивается. Сейчас расскажу, почему. У нормальных машин тут, а у ее машины вот тут поворачивается ключ. Она повернула ключ, завела машину и поехала в сторону Крыма. Ей ехать 2184, кажется, километра получается. Ну, по-разному. В общем, 2200 километров ей ехать сюда, до дома. Ее дом здесь, в Крыму, однозначно. Потому что, ну, во-первых, мы тот дом давно уже продали. Во-вторых, дом там, где муж, где глава семьи. Поэтому она едет сюда. Дети пока еще остаются у бабушек в Казани. Она когда приедет, передохнет, и дальше мы решим, то ли она, то ли я поедем в Казань за детьми, уже на другой, на нормальной машине, на дочь-караване, на нашем микроавтобусе. А она поехала. У нее была мечта. Просто вот кратенько вам расскажу. Кто не знает мою жену, у моей жены была мечта покататься на машине в Крым, потому что, ну, я сюда три раза уже на машине ездил, ей завидно, она потому что очень любит машины, она прям балдеет от машин, она балдеет за рулем, она тащится, вот, ну, вот бывают вот такие вот люди, которые, я, честно говоря, я тоже очень люблю ездить за рулем, но она прям фанат машин, и она настояла на том, чтобы мы не отдавали нашу машину, вторую машину в семье, ВАЗ-2143 2006 года рождения. Это инжекторная четверка, вся гнилая в свинь, в хлам. Но она очень просила, чтобы мы ее не отдавали в металлолом. Я сказал: Ярослав, давай ее сделаем так, чтобы я могла спокойно доехать до дома из Казани. В итоге в ней вся, абсолютно вся ходовая тормозная система, все поменяли за последние два месяца полностью. Последнюю неделю машина висела в сервисах полностью. Там вкачано столько денег, что я просто жене говорю: слушай, ну твое баловство, оно, конечно, клево, но дешевле было бы на такси, наверное, доехать до Крыма. Но ей очень хочется было проехать за рулем именно этой машины, классика. Вот. Я сказал: хорошо, только детей я ей не дал, естественно, потому что я говорю: давай. И мы сделали так, что она везет сюда полную машину собак. Она с ней едут. Сейчас вот буквально вам покажу момент ее отъезда. Качество записи очень плохое, потому что я писал с экрана. Она мне сделала видеозвонок, когда я спросил: собак-то не забыла? И вот она мне показывает, что да, у нее в машине едут все наши американские були, ну, кроме Дона. Дон давно уже здесь, это была первая собака, которая приехала в Крым. У нее едут американские були-щенки, Джаконда и Бонька, а также наша старушка Йорка, йоркская терьерша Забава. Буквально через полтора-двое суток я ожидаю, что она до сюда спокойно, замечательно доберется. Я ей желаю хорошей дороги. Когда вы видите этот ролик, она еще в пути. Надеюсь, что я сумею закачать этот ролик спокойно. Хотя интернет, кстати, в Крыму достаточно неплох, если к нему привыкнуть. Потому что у меня в деревне под Казанью через Йоту была скорость, честно говоря, в 2-3 раза выше, чем здесь по оптоволокну. Я думаю, что просто канал занижает скорость передачи данных, но это уже вопрос такой технический. Из-за всех санкций, из-за всей ерунды, я больше чем уверен, что в Крыму это наладится в течение буквально ближайшего года-двух.
потому что сюда уже входит, насколько я слышал, банк ВТБ, сюда входит ПСБ банк, скорее всего, и Сбербанк, так как он тоже под всеми санкциями сюда войдет. А как только сюда войдут центрально-российские банки на наш полуостров Крым, в наш полуостров или на полуостров или в полуостров, ну, в общем, неважно, к нам сюда в Крым войдут, тут сразу же просто жизнь начнет бить ключом. А теперь небольшая интеграция, реклама. Ну, собственно, реклама меня самого. Друзья, если у вас есть мечта о переезде в Крым, если вы мечтаете купить дом в Крыму, если вы мечтаете жить в постоянной весне, прерываемой жарким летом, обращайтесь. Я именно тот человек, который поможет вам найти здесь, подобрать здесь дом. У вас здесь будет ваш представитель, который вам... Я съезжу, я отсниму, я посмотрю документы, я разберусь. Я не риэлтор, но... Я помогу вам подобрать хороший дом. Собственно говоря, все мои заказчики, они остались довольны. И даже те, которые сейчас в процессе, там очень такой интересный вариант. Но там заказчик сам сказал, хочу на риск пойти. Я говорю, ну хорошо, но мы его постраховываем как только можем. Потому что не забывайте, что у нас мы оказываем юридические услуги в том числе. Поэтому обращайтесь, все контакты есть в описании. А теперь о Крыме. Так вот, кстати, жена привезет оставшихся собак, но вчера, буквально 15 апреля, ко мне приехали щенки тибетского мастифа. Все, моя же любимая компания Pets Tour, вы ее знаете, потому что именно эта компания привозила мне... Это не реклама, это просто я вот рассказываю о том, что есть реально. Ребята привозили мне Дона, потом привозили мне всех-всех-всех вот этих вот тибетов и Вулкашу, а вчера мне привезли Ульяну. И двух щенков тибетского мастифа. И, все доехали шикарно, все замечательно. А вот буквально сейчас вы видите, как я выгружаю из машины компании Pets Tour нашу лабрадорку. Это Ульяна. Эта собака чем уникальна? Она несколько раз была аттестована как собака, как поисково-спасательная собака МЧС. И плюс она, если уж кто интересуется выставками, да, она, собственно, на своей первой и почти единственной выставке, которая выставлялась, она на монопородке взяла ПК. Ну, кто разбирается, тот понимает, насколько это была шикарная собака. Была, она есть, слава богу, вон жива, здорова, вон белое пятно, это она. Там же, кстати, сидит и щенки тибетского массива. Рыженькую девку мы оставляем себе, Искра, Russian Dog Искра, она остается у нас в питомнике, потому что этот помет я ждал очень долго, реально очень долго. Я планирую этот помет. Вот. А кобель, Russian Dog Иван, видать из-за того, что вот те люди, которые его забронировали, там же как получилось, первые 30 минут, как только я объявил о продаже щенков, у меня забронировали всех кобелей, там вот было два кобеля на продажу. Их забронировали, один уже в чите, все нормально, там у него все хорошо, все замечательно. А этого щенка тоже забронировали, но потом меня просто обманули, когда я всем остальным отказал, меня обманули, меня очень сильно люди подвели. И почему-то вот щенок сказал, что вот, папа, теперь я буду очень, очень серьезно подбирать себе моих хозяев. Вот. Друзья, если вы мечтаете, если вы хотите о щенке тибетского мастифа, классического окраса, черно-подпалого, с хорошим глубоким подпалом, который вырастет хорошим, огромным кобелем, мохнатым, классным. Скорее всего, он будет похож на друга, потому что там крови сложились. Ну, я специально подбирал этот вот помет, чтобы вот эту вязку. Если есть желание, обращайтесь. Опять-таки, та самая компания Pets Tour, которых привезли сюда, они доставляют любых животных по всей территории России. Это не реклама, ну и не оплачиваем, они ничего за это не платят. Вот. Они доставляют по всей территории России животных, доставляют их классно, поэтому если вам надо щенка отвезти там в Екатеринбург, куда-нибудь там в Белоруссию, еще куда-то, не вопрос, ребята отвезут, все будет хорошо, а уж в Москву тут они ездят чуть не каждый день, вообще не проблема. И это все очень недорого. Вот. Да, кстати, про собак. Как видите, у меня вольеры почти закончены. Я не помню, говорил я вам, нет, именно на этом канале, потому что... Я делаю сюжеты на оба канала. Ну, собственно, большой сюжет про этот вольер для собак я сделаю на канале о собаках. Поэтому, кто не подписан, еще подписывайтесь. Ссылка в описании. Здесь 15 метров вольера. Мне осталось доделать последний, он полтора вольера. И все. Здесь я закончу.
это для уличных собак, а все остальные собаки, то есть это амбули, которые приедут у меня с женой и так далее, они должны будут поселиться уже в... Я для них буду строить, если деньги заработаю, то буду за домом, у меня там есть еще там порядка 20 соток земли, и там я буду строить для них нормальную собачью площадку, собачий рай. Для тех, кто не знает, я никому не мешаю, у меня здесь нет соседей. Я специально подбирал этот участок так, что даже вот там вот на задах у меня здание, это не соседи, это, ну как это, там соседи, но это тракторная бригада, это производственное помещение, это не люди живут. То есть лай моих собак, или там кого будет говорить, вонь собак, все это им, людям не мешает. Поэтому соседям мы не мешаем, у нас никаких проблем не будет, и будет все хорошо. Друзья мои, спасибо большое, что вы подписываетесь на мой канал. Я очень удивлен тем, что тема с Крымом зашла, поэтому в конце ролика в обязательном порядке вам будет бонус. Я покажу один из своих выездов. Я как раз вот буквально на днях искал участок. Ну, мне была поставлена задача, Ярослав, самый главный участок, дом может быть убитый, развальный, неважно. Нам надо найти хороший участок в Крыму, предгорье, горы и где-нибудь около Белогорска. Я поехал искать, я, честно говоря, там заказчик сам нашел один из участков. Я его вам показать не смогу, потому что он как раз его приобретает буквально через 3 дня. У них основной договор подписывается. А вот второй участок, который я поехал снимать, я вам сейчас покажу. Участок интересен тем, что я сам хотел этот участок приобрести. Но в ноябре люди не хотели со мной поторговаться. В ноябре его продавали за 1,5 миллиона. Сейчас его у них в продаже на Авито стоит тоже около 1,5 миллионов. Я говорю, ребят, а что ж вы-то мне тогда его не продали за 1 100 000? Вообще проблем бы не было, я его купил. Да, и сейчас я, конечно, понимаю, что вот этот вариант значительно лучше. Потому что здесь почти гектар земли, здесь все классно. Здесь прямо для меня прям идеально, потому что собаки никому не мешают. Это главное, вы же знаете, да, что я не пью, не курю. Ну, а на рыбалку не хожу, охотой не занимаюсь. Деньги же куда-то тратить надо. Вот я их трачу на собак. Бог даст, я сделаю когда-нибудь, может быть, самоокупаемый питомник собак. Пока не получается. Все, друзья мои, до свидания. Спасибо, что вы на канале. Я извиняюсь, что ролик такой сумбурный. Что-то у меня не получается. Это уже, наверное, 8-9 дубль. Я здесь стою уже 2 часа. Пытаюсь вам сделать ролик, что-то все как-то так вот. Поэтому, если у вас какие-то вопросы, пишите я, в комментариях. Я постараюсь на ваши вопросы либо ответить сразу, либо ответить сюжетом. Вот. Время, конечно, сейчас не очень много, потому что мне сначала доделать вот все для собак здесь, и выгул сделать, и сделать хотя бы какой-то забор, потому что пока мы живем без заборов, в чистом поле практически. Вот, потихоньку я это все делаю. Часть металла уже даже закуплена. Вот. Все, всего наилучшего. Удачи вам, до свидания, ставьте лайк, или там, или тут, в общем, лайк, внизу, ставьте лайк, пишите комментарии, а дальше бонус. Пока-пока. Покажу, все покажу. Вход, ну здесь калиточка так. Вот, это соседи, я так понял, тут. А тут живут как кто-то, наверное. То есть вот отсюда и вот туда. То есть тут хороший участок, причем хороший под квадратной формы. Ну, здесь, ну, что-то такое, здесь, наверное, типа сарайки. Тут, говорят, на 2 машины гараж. Участок вот он идет, и вот участок реально большой. Единственное, что он под уклон, вот так вот. Если вот так вот посмотреть, он вот так вот стоит. То есть впереди нас гора. Ну, небольшая, но возвышенность есть. Реально участок есть, возможно, он, конечно, вот до той рабицы, но, скорее всего, он чуть ближе. Потому что слишком, а то большой что-то получается. Ну, вообще, участок большой. А, да, пограничный населенного пункта, насколько я помню, у границы ближе, вот эти стоят, Участок большой, горный, неровный, с уклоном. Вот так вот, вот так. И вот он вид на село. Вот. На горы, на село.
Село большое, село, центр сельского поселения Курского. Я изучал, ну тут вот что-то проросло и так далее. Ну, если это ремонтируют, там строители скажут, что делать. Я думаю, это разбирать не надо будет, надо будет просто забетонировать еще разок с арматурой и поставить дом сверху. Так. Да, и чуть не забыл. Вспомните, как только, если вы хотите переехать в Крым, если у вас мечта купить дом в Крыму, не забывайте, что у вас есть человек, который может вам помочь подобрать этот дом. И стою я значительно меньше, чем я. Пока-пока.